Я читаю 52 главу книги пророка Исаии. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим». Сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона. Ибо так говорит Господь, за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены. Ибо так говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром? Властители их неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день, имя мое бесславится. Поэтому народ мой узнает имя мое, поэтому узнает в тот день, что я тот же, который сказал «Вот я». Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь. И Бог Израилев будет сторожем позади вас. Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его и вид его, паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.